совсем недавно проголосовал за поправки в закон об индексации пенсии пенсионерам-опекунам. Правительство его с 16 года заморозило, просто, видимо, считая о том, что если пенсионер воспитывает несовершеннолетних детей, он занимается работой, поэтому ему пенсии не надо индексировать. Очень странная вещь, казалось бы, лежащая на поверхности, но это факт нашей жизни. Я голосовал против пенсионной реформы, считаю, что вообще нужно вернуть все назад. Но тем не менее, исходя хотя бы из того, что сегодня есть, мы прекрасно понимаем, что если пенсионер заработал свою пенсию, он всю жизнь работал, большая у него, маленькая, но его пенсия, не трогайте ее хотя бы, вы обязаны ее индексировать каждый год, индексируйте. Работает пенсионер, не работает, чем он занимается, не ваше собачье дело, отдайте заработанные им деньги, и это будет справедливо. А не содержите эти пенсионные фонды, которые тратят на себя десятки миллиардов в месяц. Это что такое вообще? У меня мама получала пенсию, там никаких пенсионных фондов не было. Сбербанк давал все, почтальон приносил. Оператор, сейчас все компьютеризировано. Зачем эти люди сидят там? Чем они занимаются вообще?